Николай Николаевич Николай Маклай, известный русский путешественник и ученый, он боролся за первенство людей, он проводил свои исследования в Папуа и Новой Гвинее, а потом написал книгу под названием «Двойники Новой Гвинеи». Николай Николаевич Николай Маклай, он русский писатель и ученый. Однажды он сказал: «Моя сила должна заключаться в спокойствии и терпении». Он исследовал новые земли, коренной народы и их культуру. Николай Николаевич, русский исследователь, путешественник и врач, он смог доказать европейцам, что папуасы такие же люди, как и они сами. Он самоет вержена, боролся за права папуасов. За свою работу он получил звание гражданин мира от ЮНЕСКО. Я считаю его хорошим примером гуманности. Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о Николае Миклоха Маклей. Николай Николаевич – великий русский ученый. Я думаю, что он любил всех людей, потому что боролся за их права. Он отправился в опасное путешествие в Папуа и Новую Гвинею, чтобы доказать, что папуасы такие же люди, как и все остальные. Я думаю, что он храбрый и умный человек. Это известный русский путешественник и выдающийся ученый. Он великий человек, который боролся за равноправие. Он пошел на риск, отправившись в Новую Гвинею. Он доказал, что папуасы такие же люди, как и европейцы. Другой ученый утверждал, что папуасы не люди, потому что у них пучок волос. Но Николай должен был доказать, что ученый ошибался. Папуасы позволяют ему изучать их, потому что Николай хорошо к ним относился. Здравствуйте, меня зовут Амир Зайфулович. Николай Николаевич Миклухо Миклай – это русский путешественник. Он хороший и добрый человек. Он сделал исследование в Папуа Новой Гвинее, потому что он думал, что все люди одинаковые. Каждый год его корабль посещает Новую Гвинею, чтобы писать дневники жизни папуасов. Лев Толстой говорил, что работа Николая Николаевича очень полезна для общества. Николай Николаевич получил звание гражданин мира в ЮНЕСКО. Это все. До свидания. Здравствуйте. Николай Николаевич, исследователь, этнолог, антрополог и биолог, он добрый и хороший человек. Он считает, что все люди равны, поэтому он исследует народ Папуа. Европейцы думают, что народ Папуа не люди, поэтому он отправляется на остров, чтобы доказать обратное. Он живет на остров с народом Папуа и пишет о них книгу. Он тоже борется за права народа Папуа от колониал нова строя. Поэтому народ Папуа любит и
doveriet yemu. Спасибо. Миклоха маклай из весни русски путечественник и ученый. Он боролся за расовое равенство и исследовал папуасов и папуа в Папуа и Новой Гвинеи. Я думаю, что он мужественный и самоотверженный человек. Здравствуйте, меня зовут Муклис Мухаммадович. Я из Малайзии. Сейчас я живу в Котатинги, Джохор. Николай Николаевич Миклоха Маклай известный путешественник и ученый. Он боролся за права всех людей на Земле. Он много лет путешествовал по Папуа-Новой Гвинее. Там он провел исследование среди папуасских людей. Папуасы верили, что он останется там. Его научная работа актуальна и сегодня. Хорошо. Николай Николаевич, русский антрополог, этнолог и путешественник. Он изучал народ Новой Гвинеи. Он жил там 3 года. Папуасы доверяли и любили его, потому что он хороший человек и боролся за их права. Он пишет в своем дневнике, как живут люди в Папуа. Этот дневник – уникальное исследование для всего человечества. Николай Николаевич Миклоха Маклай, я думаю, что он удивительный человек. Известный путешественник и талантливый ученый и писатель. Это первый человек, который был на юге Новой Гвинеи. Он считал, что папуасы такие же люди, как европейцы и все остальные. Лев Толстой высоко ценил его работу. За его вклад в науку 17 июля, в день его рождения в России, празднуют день этнографа. Здравствуйте. Николай Николаевич Миклоха Маклай – это русский путешественник, писатель, гуманист и общественный деятель. Он боролся за равенство людей, исследовал папуасов в Папуа и Новой Гвинеи и боролся за их права. Он написал книгу о своих исследованиях. Он, Лев Толстой, высоко ценил его работу. Николая Николаевича называют гражданином мира. Спасибо. Николай Николаевич, русский путешественник и добрый и смелый человек, он исследовал жизнь и культуру папуасов в Папуа и Новой Гвинее, а потом написал книгу. Он считал, что все люди на Земле одинаковые. Он получил награду гражданин мира от ЮНЕСКО. Здравствуйте, меня зовут Адри Насирович. Сегодня я хочу говорить о Николае Николаевиче Миклоха Маклая. Он русский этнограф. Он добрый и умный человек. Он верит, что человек везде остается человеком. Он сражался за независимость папусов. Он изучал антропологию в Папуа Новой Гвинее. Он был человеком мира. Спасибо. Николай Николаевич, известный русский ученый. Он исследовал папуасов в Новой Гвинее. Написал книгу о своих исследованиях и доказал, что
все люди на Земле равны. ЮНЕСКО наградили его званием гражданин мира. Здравствуйте, Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Это известный путешественник, этнограф, антрополог, великий гуманист и русский ученый. Во время своего путешествия он был в Папуа и Новой Гвинее и исследовал там папуасов. А еще он написал книгу, которая называется «Дневники Новой Гвинеи». Я думаю, что папуасы доверяли ему, потому что он защищал их право. А еще он доказал, что они такие же, как и все другие люди. Николай Николаевич Миклуха Маклай один из известных ученых. Он хороший и милый человек. Он не собирается собой оружие в экспедицию в Папуа-Новой Гвинее. Он русский путешественник. Он боролся за равенство людей. Он жил в Папуа-Новой Гвинее 3 года. Он изучал человеческие расы в Папуа-Новой Гвинее.